Прошу всех внимания, хочу показать, какой снегопад в Барнауле сегодня. 25-го, 26-го, извиняюсь. Вот такие тут крыши домов. Видно ли это все, не знаю. Ну, просто погода сказочная. Что примечательно, впереди напротив католический костел находится. А вот там, если видно, мусульманские... Где же вы там? Вон там минарет. Можно назвать так. С полумесяцем вверху. Вот такая межконфессиональность тут. У меня такая работа сегодня интересная. Пошел снег, а мы с Володей кое-что не закончили. Вот здесь, когда снег подтаивает, тут щели не заделаны, они капают, прям проникает влага внутрь гаража, падает. Моя задача сейчас рубероидом это все закрыть и вот здесь все прикрутить, чтобы он удерживал, то есть не пропускал внутрь. Господь меня вразумил, как это сделать быстрее и даже лучше. И все пошло как по маслу. Измеряю длину. Рубероид мне тут 100 сантиметров по этой длине. Тут он порван, приходится поэтому мерить с этой стороны, по этой, по ширине, так сказать, 100 сантиметров. И измеряю высоту здесь вот, и 100, через 100 сантиметров там высоту. И вырезаю такого у меня размера вот кусок, и потом пришиваю его с помощью шуруповерта вот этой железа на клопы, так называемые. Сверху, снизу сейчас это все сделаю. Все, интересная работа. Что у нас тут еще? О, просто замечательно. Красота такая тут, крыша. Ну все, слава Христу.